тут заезд из трех машин. В предыдущем заезде трое убрались и уже сказали, не выйдут. Бикишу балку согнула. Дядь Коле колесо оторвало, было в Линкову каркас. Тут Талашкевич, Мисюк, Золотухин. Кучненько. Ну, как-то интересно. Я думал, заезд будет между Талашкевичем и Мисюк происходить. А тут между Талашкевич и Золотухин. Кто не поедет? Передний стекло тоже снижается. У него и задний мост. Колесо так. Ну, вроде пает, получается. Да они никого не выпрыгнут. А? Да не выпрыгнут. Нет, где-нибудь в гараже можно было там. Во сколько металлический. Нет, да это... балка, она же еще там же металл же ночью. Такой подкаленный, пожалуйста. Солнце в глаза, да? Ну, друзья, когда шли, тут как в землю упираться. Там машины подувают. Тут, в принципе, понятно, может не снимать дальше, поэкономить. Он говорит, я ведь понял, что они чудо. Я думаю, что самый счастливый в этом заезде Мисюк. Потому что предыдущий он завершил первым, сейчас он спокойно доедет третьим. И в итоге постоит вторым на награждении. Да? А он и не торопится. Ну, все понятно. Ташкевич, Золотухин, Мисюк. Трансляция прерывается. Борьба, но не было такого давно вот так.